Многие современные школьники в свободное время с головой уходят в гаджеты и ТВ. Вернуть детей к активной жизни и общению и организовать их досуг в каникулярное время с максимальной пользой. Поставленные задачи в школах решают разными способами. Когда наступает пора весенних каникул, все думают про то, как бы их организовать интереснее, радостнее, веселее. И каждый день в школе что-то происходит интересное. Вот сегодня у нас встреча с поэтессой, которая пишет стихи о нашей белорусской природе. Сегодня на встречу с учащимися начальной школы пришла мозырская поэтесса Галина Федосенко. Ее стихи – это кладезь добрых советов и мыслей. Галина Дмитриевна сама по профессии педагог, поэтому общаться с детьми у нее получается и через стихи, и с помощью прозы. Я работала в детском саду, и я работала в школе, начальные классы. Вот и все. Я знаю, что хотят дети, что они умеют, что они знают. Что им будет интересно, поэтому я и пишу. Я очень люблю детей, очень люблю животных, птиц, поэтому оно все вместе складывается. Ребята явно получали удовольствие от общения с позитивной и энергичной поэтессой. Они с удовольствием продолжали стихи Галины Дмитриевны, словно участвуя в их создании, а также голосовали за понравившиеся строки. Очевидно было и то, что сама Галина Федосенко тоже черпала вдохновение среди своих главных почитателей таланта. Лидия Поттер, Олег Фитцнер, телеканал «Мозырь».